Rainbow English учебник 4 класс, степ 5 в юните 2 и упражнение номер 2. Нам нужно посмотреть на картинки и сказать, что делают сейчас эти люди и чего они не делают. Так как мы видим, что речь идет о нашем времени, да, то есть то, что происходит сейчас, работать мы будем, конечно, в present continuous или present Прогрессив, как еще можно его увидеть, название этого времени, то есть настоящем продолженном времени. Напоминаю, строим мы его так. Из трех элементов обязательно он должен состоять это время. То есть у вас идет am, is или are, эти глаголы. В предыдущих уроках мы много раз уже вспоминали, что с чем ставится, так что я просто так поверхностно напоминаю. Затем идет глагол смысловой, который дает нам перевод на русский язык, то есть там читать, бегать, рисовать, и к нему мы подставляем инговый хвост. То есть вот эти три элемента. Глагол am, is или are подбираем в зависимости от подлежащего, глагол основной, смысловой и инговый хвост. Так что сейчас будем делать уже на наших примерах. Для начала образец смотрим. Granddad is reading a book, he is not writing. Дедушка читает книгу, это насчет первого, да, нам написали, он не пишет. То есть вот наши элементы is, read и инговый хвост. Если нам нужно отрицание, то мы просто после is поставили not. Ну а дальше инговый хвост, конечно, все это сохраняем. Так, и теперь давайте делать наши варианты. Итак, номер два. Так, я чуть выше потом подниму. Том, в первом случае видно, что он у нас готовит, а что он не делает, он не моет посуду. Поэтому смотрим, пишем Том, это подлежащее единственного числа, то есть третье лицо единственное число, и из трех вот этих M из A нам следует ставить из. Затем вспоминаем, как будет готовить это глагол cook, мы его ставим и к нему добавляем инговый хвост. Все, мы получили Tom is cooking. Так, ставим запятую, и теперь пишем, что он не делает. He is not. То есть этот is, конечно, сохраняется. Not ставим как отрицание. И теперь вспоминаем, как мыть посуду. Это wash up. Но мы делаем не washing, как иногда ошибаются. Мы делаем вот здесь washing, а затем уже этот up отдельно доставляем. То есть мы работаем с основным глаголом. Up – это как предлог. Tom is cooking. He is not washing up. Том готовит, он не моет посуду. Третье. Элис едет, да, за рулем, то есть ведет машину, она не едет на велосипеде. Элис, у нас тоже третье лицо, единственное число. Отрабатываем с этим же is. Здесь, конечно, главная словарная база, то есть, как вы помните, глаголы. Водить машину – это drive a car. Мы делаем driving. Кстати, смотрите, вот это вот чистый глагол, да, то есть в первой форме. При добавлении ing, еще раз напоминаю, не надо писать i. Мы просто делаем сразу ing на его место. Alice is driving a car. Она не едет на велосипеде. She is not, то есть вот оно наше отрицание. To ride a bike – это ехать на велосипеде. То есть то же самое. Вот ride – чистый, первая форма, но мы делаем ing. Riding a bike. Она не… То есть Alice едет на машине, она не едет на велосипеде. Четвертое. Фред принимает душ. Да, мы видим, он не плавает в бассейне. Хотя можно просто плавать, сказать. Ну, давайте в бассейне допишем. Фред. Третье лицо, единственное число. Снова работаем с is. Is to take a shower. Принимать душ. То есть делаем, я уже сразу буду ing добавлять. То есть take пишется, конечно, с i на конце, которая здесь у нас опять же пропадает. Fred is taking a shower. Он не плавает в бассейне. He is not swim. Это глагол в первой форме. Так как его три последние буквы имеют такую структуру согласная, гласная, согласная, то у нас последняя буква удваивается. Тут надо писать swimming. При произношении мы, кстати, этого не услышим. He is not swimming. Давайте допишем in the swimming pool. Так, Фред принимает душ, он не плавает в бассейне.
Можно было просто he is not swimming. Пятое. Кевин. Так, это у нас там телевизор же вроде, да? Кевин смотрит телевизор, он не играет на пианино. Кевин. Третье лицо, единственное число. Так, давайте уже опускать. Кевин. Поэтому опять же is пойдет. Is to watch TV. Это смотреть телевизор. Мы делаем с инговым окончанием. Is watching TV. Давайте сокращать. Кто хочет television, напишите полностью. Он has not to play the piano. Это играть на пианино. То есть he is not playing. Напоминаю, с музыкальными инструментами после слова play нужно писать артикль. Никаких предлогов на, то есть on, или пытались там у меня иногда in поставить, at. Этого делать не надо. To play the piano — это уже переводится играть на пианино. То есть нам осталось только дописать музыкальный инструмент, пианино. Это касается, кстати, любых музыкальных инструментов, хоть мы там на клавесине или где играем. Кевин смотрит телевизор, он не играет на пианино. Шестерка. Макс и Боб играют в футбол, они не играют в теннис. Да? Это то, что мы видим по картинке. Итак, смотрите. Макс and Bob. Мы их соединяем. Теперь это у нас множественное число в подлежащем. То есть получается как бы they, они. Если стоит they, is уже не подойдет. С they у нас ставится are. Max and Bob are. Ну и наш play мы поняли, да, у нас сейчас тоже играют они. Are playing. Итак, когда мы играем на каком-то виде музыкального инструмента, ставится they и название инструмента. Но если мы играем в какой-то вид спорта, мы просто пишем его название. Вообще ни предлог, ни артикль мы не ставим. То есть мы просто ставим футбол. Они не играют в теннис. They are not. Вот наше отрицание. Playing. То же самое, просто название вида спорта. Теннис. Макс и Боб играют в футбол. Они не играют в теннис. Семерка. Kate спит, она не... Ну, давайте представим, что это не завтракает, хотя можно не обедает, не ужинает, ну, давайте не завтракает. Kate, опять вернулись к единственному числу, поэтому is опять же. Sleep — это спать. Sleeping делаем. Kate is sleeping. She is not to have breakfast. Это завтракать. Вот нам это нужно сделать в континьюсе. Is not having, то есть синговый хвост поставили и получили continuous. Is not having breakfast. Кейт спит, она не завтракает. Так, секунду, тут не совсем видно. Мэй поет, она не танцует. Да, вроде так по картинке. И восьмерочка. Мэй, опять же, единственное число. Is, петь это sin. Напоминаю, г мы не читаем. Но нам нужен инговый хвост. May is singing. Запятая. She is not dance танцевать. То есть she is not dancing. Вот у нас как мы работаем с вот этим временем. Настоящее продолженное. То есть напомню, проверяем всегда себя на наличие трех элементов. Если чего-то из них не хватает, у вас просто будет неправильно построено время.